Вот такая у нас новая красота получается. Круто. Это такой столик, и спят коты. Мяу. Собаки тоже спят, но хвостом машут. Да, Тедди? А? Куры гуляют. Да? Ко-ко-ко? Ко-ко-ко? Да, красота. Наконец-таки тепло. Всем привет, вы на моем канале Бегак ТВ. И сегодня я продолжаю рассказ о своей жизни. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. А кто не знает, кто я такой, посмотрите энциклопедию или Википедию или еще что-нибудь. Ну или мой канал, что тоже очень важно. Там есть машины, самолеты, которые мы создаем, которые ездят, плавают и летают. Вот так вот. Ну что, полетаем? Олег! Приветствую. Да, что ты делаешь? Матрицу новую. А, и смотришь Владимира Владимировича? Слушаю. Слушаешь? Mm-hmm. Ну, важный момент, это же президент. Конечно. Ну, и что? Думаешь? Ну, пока не знаю, пока слушаю. Ага. А матрица? Два сера матрица. Ты три раза покрыл? Да. Друзья, видите, какая у нас блестящая матрица будет. Нет, это у нас мастер-форма. Мы ее называем куклой, хотя это полноценный винт с одного из наших летательных аппаратов. Мы хотим сделать его углепластиковым, легеньким. Ну, и чтобы можно было масштабировать. Да, все правильно. Угу. Ты сейчас что делаешь? Ты сейчас вручную делаешь матрицу, да? Я сейчас создаю бортики. Угу. Потом смотрите видео, и вы узнаете, что будет потом. Друзья, в этот раз мы делаем матрицу очень аккуратную, устойчивую, чтобы можно было по ней создавать много винтов. Поэтому да, матрица... Это не одноразовая. Да, это не одноразовая матрица будет. Хоть и многие могут назвать колхоз, но фрезеровать сейчас это очень дорого. А вот сделать слепок с истинной уже формы мы умеем. Именно так. Да, поставьте ему лайк и подпишитесь. А я вам расскажу еще о ком-то. Так, а про того, кого я говорил, здравствуйте. У нас Никита, новый участник нашего балагана. Так, как успехи? Пойдет. Пойдет. Никита у нас сейчас готовит вот эти штучки. Ай, горячая. Очень горячая. Вот он настраивает сварочный аппарат под что? Под каркас дрона. Каркас сельскохозяйственного дрона. Ну, это такая правда. Я вам покажу, как он будет выглядеть. Мы решили сделать его как трактор, прочным, надежным и дешевым. Так? Да. Пошлите дальше, покажем. Ну и продолжаем показывать, что делает Олег. Здравствуйте, Олег. Что вы делаете? Матрицу делаю. Ну посмотрите в глаза. Ну покажите что-нибудь хорошее. И все. А что так согнулся? А ну да, я покажу людям. Друзья, вот это все делается вот так красиво. Уже все подготовлено. А это избыток смолы, да? Да. Будет уходить через эти каналы. Когда зажмется под большим давлением. Это лопасть. Да, все правильно. Все именно так. Вот так вот. Так что поддержим его лайками. Завтра он сделает гель-код. Или сегодня будешь гель-код? Гель-код сегодня. Сегодня гель-код. Гель-код это первый слой матрицы основной. Смотрите наши прошлые ролики, там показано, как наносится гель-код. Да, только говорить на громче. Смотрите наши прошлые ролики, там наносится гель-код. Видите, он как согнулся, он устал. Поэтому молодец он. Какая у нас все-таки чудная техника. Друзья, на сегодня все. Много не покажу, потому что занимались другими делами. Там презентации делали и так далее. Переговоры постоянно на телефоне. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк и смотрите нас. Завтра будет интересней. Интересный, очень интересно. Ну, до завтра.